Спасибо, что вы нас приглашали, дадите время. Многие люди в ДНР и наблюдательные боятся, что во время футбольного чемпионата будет какое-то обострение здесь, в вашей республике. Насколько этот страх имеет почву? Ну, сразу скажу, страха нет, есть опасения. Опасения обоснованные. Да, действительно, я уверен, что такие планы есть у командования ВСУ. Уверен, что они попытаются их реализовать. Но, повторю, у нас нет страха. Мы готовы к любому обострению на линии соприкосновения. Какие возможности у вашей республики есть противостоять попытка захватить больших населенных пунктов, как Горловка, например? Ну, я хотел бы напомнить уважаемым зрителям, что мы воюем 4-й год. Наши подразделения обучены, хорошо вооружены, имеют огромный военный опыт, в отличие от подразделений, которые нам противостоят. Поэтому любая попытка противника захватить любой населенный пункт, крупный, Донецкой Народной Республики, она будет отбита. Есть такое возможность, что Украина не будет стараться отвоевать без вашей республики, но будет вас постоянно дернуть, постоянно обстреливать, и вы будете много-много лет жить в таком обстоятельстве. Время работает на Донецкую Народную Республику, на Луганскую Народную Республику, на Донбасс в целом. И время работает против Украины. Чем больше будет затягиваться конфликт, тем больше Украина будет погружаться в хаос и безобразие. Тем более у них это выборы скоро. В любом случае, какое-то решение должно быть принято. Прекрасно отдаю себе отчет, что вряд ли это решение будет принято дипломатически. Хотелось бы, очень бы на это хотелось. Но, вероятнее всего, Украина решится на какую-то деэскалацию конфликта, чтобы перевести его в другую фазу. Это как раз и свидетельствует, косвенно свидетельствует о том, что она перевела формат АТО из операции антитеррористической в операцию военную. Это первые признаки. Но дальше будем смотреть, на что они пойдут. Есть уже доказательства, какая разница между антитеррористической операцией и военной операцией? Нам, если честно, мы не чувствуем. Украинские армии последние 2 года во время скользящего наступления серии «Зона» занимала достаточно много территории, как мне кажется. Как вы будете дальше допустить такие наступления, захват населенных пунктов и высоте серии «Зона»? Ну, к сожалению, здесь есть 2 ответа на этот вопрос. Точнее, 2 момента. Хотел бы сразу обратить внимание. Ну, во-первых, действительно, понятия в Минских соглашениях серой зоны прописано не было. И очень прискорбно, что это понятие серой зоны ХУК ОБСЕ подтвердило, что Украина имеет право это делать. Но я бы хотел ответить вам и всем вашим зрителям. В Минске прописана четко линия разграничения. То есть те места, которых нельзя покидать. То есть, если прописано тот населенный пункт, где они должны находиться, они находиться должны там и не в другом месте. Если они сдвигают линию разграничения к нам, занимая серую зону, они нарушают Минские соглашения. Там нет серой зоны, но там четко прописана линия, за которую заходить нельзя. Поэтому здесь не только нарушают Минск, Украина, Минские договоренности, эти договоренности нарушают еще и ОБСЕ. И это, кстати, это намного страшнее, это более прискорбно, чем даже то, что нарушает Украина. Я вас правильно понял, что ОБСЕ недостаточно четко наблюдает на ситуацию? Нет, она недостаточно четко читает Минские договоренности. Если бы они правильно его прочли, точнее не то, что они просто хотя бы его прочли, они обязаны были сказать Украине, что ты не имеешь права занимать эту серую зону. Ты должна находиться в том месте, на котором ты находишься. Ваша армия последние 2 года захватила какое место в серой зоне? Мы, скажем так, мы улучшили свои позиции. Больше, чем украинцы? Ну, сейчас трудно посчитать, но, думаю, не меньше. Свои позиции мы улучшили. Как люди в ДНР вообще умеют это держать такое? 4 года они живут по напряженности, по страхам, что украинские армии только заберут этот город. Как психологически, социально, как люди это терпят все? Хорошо, хороший вопрос, отвечу. 4-й, 5-й год мы живем в состоянии войны, в надежде и вере в то, что рано или поздно мы освободим всю нашу землю, весь наш Донбасс. Мы сможем победить нашего противника, и у нас останет мир.
Мы не живем в страхе, что нас захватят. Не надо, мы не боимся, пускай нас боятся. Мы воюем за правду и за свою землю, за могилы своих предков и за право разговаривать о том языке, на котором мы хотим говорить. Поэтому у нас страха нет. У нас есть вера и надежда, что мы когда-нибудь завернемся в Красноармейск, в Славянск, в Краматорск, к своим семьям, к своим родным, к своим матерям, отцам, к своим домам. Вот какой надеждой мы живем. У нас страха нет. Многие политики, особенно на Западе, Германия, читают Минские соглашения. Это один из важнейших достижений для сохранения мира и относительного мира в Донбассе. Что ваше мнение? Это Минское соглашение как-то тормозило украинскую агрессию против вас? И Минское соглашение – это огромная победа российской дипломатии, ДНР и ЛНР в целом. Потому что мы заставили Украину все-таки сесть за стол переговоров, хотя бы в таком формате. Это единственная площадка, на которой можно поддерживать тот хрупкий мир, который на сегодняшний момент еще, наверное, держится. Да? Но процесс выполнения Минских соглашений полностью, 100% тормозит Украина. Украине не выгоден Минск. Украина там зажата в таких рамках, в которых она не может. Она не может объяснить своему народу, почему это произошло. Она не может объяснить своей армии, почему она проиграла Дебальцево или проиграла еще какие-то там сражения. Поэтому Минск ей не нужен. И 100% неэффективность этой площадки – это вина Украины. По-вашему, на каком пути сейчас можно восстановить мир в Донбассе? Два варианта. Первое. Украина капитулирует, и мы занимаем ту территорию, которую считаем исконно нашей. Второе. Изменение формата власти самой Украины, с которой можно будет садиться за стол переговоров. Это ваша главная цель? Это основная наша цель. Освободить нашу землю. На той земле когда-то в 2014 году прошел референдум по поводу независимости. И все города и села, в котором этот референдум происходил, это территория Донецкой Народной Республики. Это возможно, что ООНовские войска сохранит мир в Донецкой Республике? А вы мне скажите, пожалуйста, где ООНовские войска сохранили хоть раз мир? Ну, хоть одну страну назовите, где присутствие ООНовских войск способствовало сохранению мира. Югославия, ее просто разорвали. Это Европа. Одну большую страну сделали на десятки маленьких. Вам сказать при ООНовских войсках, что творилось в Хорватии, в Сербии, в Албании, в Черногории, в Македонии, вы это все прекрасно знаете. Посмотрите, что творится в Африке. Где присутствие ООНовских войск сохранило мир? Нигде. И никогда этого не сохранит. Это возможно, что, как Украина требует, что ООНовские войска будут, как сказать, ограничить вашу территорию от России? Вы знаете, вот я хочу честно сказать, вот знаете, что, что мы хотим? Мы хотим, чтобы наступил мир. Мы хотим, чтобы у нас улучшилась жизнь. Мы хотим полететь, построить ракету, которая полетит в космос. Но, к сожалению, это невозможно. Нет ни площадки, в которой можно полететь, ни технологий. Может, в перспективе когда-нибудь, это мы и сделаем, спутники запускать будем. Но этого мы хотим. Но я прекрасно понимаю, что это невозможно. Украина тоже много чего хочет. И она просто не понимает, что это тоже невозможно. Мы четко даем отчет в своих действиях, она не четко себе дает отчет в своих действиях. Поэтому, чем она может заявлять о своих любых пожеланиях, ну, это ее личное дело, Украины, политика украинских. Здесь две стороны конфликта. Если нас 5-й год не могут, у нас украинская армия, как сказал Петр Алексеевич Порошенко, самая сильная армия в Европе, победить ДНР и ЛНР, ну, я не думаю, что оно поможет присутствие миротворцев это самое сделать. Тем более на свою границу мы никого с Россией, мы не пустим ни одно подразделение. Ни украинское, ни ООНовское. Если хотят, пускай со стороны России стоят. На нашей земле их не будет. Вы доволен, как идет процесс обмен пленов? Нет. Абсолютно мы недовольны, как он идет. И вы знаете, самая интересная вещь, парадоксальная. Любой обмен, который происходит, он все равно после себя оставляет больше вопросов, чем каких-то решений этих вопросов. Вот самый крупный обмен, который был вот там зимой у нас, да, он оставил больше вопросов, чем ответов. Какие вопросы? Ну, во-первых, тех людей, которые мы поменяли, на самом деле мы даже не заявляли на обмен. Это люди, которые были арестованы за нарушения, какие-то там административные нарушения, за высказывания в пользу Донецкой Народной Республики. Мы этих людей даже не знаем. Это не военнослужащие, это не политзаключенные, это не наши родственники, которых берут заложники. Это люди, которые Украина просто схватила на улице, обвинила их в сепаратизме и потом нам поменяла. То есть Украина взяла заложников и потом начинает их менять. Мы же меняем людей, которые к нам пришли с оружием в руках, либо те, которые были арестованы
за шпионскую деятельность либо подрывную деятельность на территории Донецкой Народной Республики. Это враги. Мы никогда не арестовываем ни алкоголиков, ни злостных неплательщиков алиментов. Просто людей, которые в нетрезвом состоянии сказали, что они ненавидят ДНР. Мы их никуда не меняем. Мы меняем военных. Ну вы берете их. Вы знаете, если бы мы их бы брали, у нас тюрьмы мест не было бы. У нас на самом деле больше демократии, чем в любом европейском государстве. Какая помощь ваша республика сегодня получает по поводу пенсии, по поводу зарплаты на военные полицейские, оборудование, военные советники и социальные проекты? Ну сколько там Россия вам помогает? Пенсии мы самостоятельно платим. Денежное довольствие на служащих сотрудников правоохранительных органов выплачивается за счет бюджета Донецкой Народной Республики. Гуманитарная помощь, которую оказывает Российская Федерация, она огромна. И включая сюда и поставки оборудования для промышленности, запчастей для электростанций, для заводов, какие-то дополнительные материалы для строительства. И те добровольцы, которые сюда к нам идут с Российской Федерации, это огромная помощь, это братский народ, это наши родственники. Но это люди добровольно пошли, это не по приказу российского президента или там, Министерства обороны. Это человек, который, находясь в отставке или уходя в отставку, берет в руки паспорт и едет воевать на свою родину. Насколько ДНР может себя сам обеспечить? Ну, у вас есть агропромышленность, у вас сталь и уголь. И вы можете это продать, Россия, или не знаю, как это серьезно, ваша экономика? Ну, вы знаете, мы на самом деле довольно обеспечены, довольно самостоятельный регион в виде бюджета, наполняемости бюджета. У нас прекрасно получается, у нас хорошая, в принципе, неплохая система налогообложения, которая позволяет нашим предпринимателям более-менее комфортно себя здесь чувствовать. Но с учетом того, что идет, конечно, война, поправку на войну мы делаем. Но было бы лучше, если бы мы управляли всей территорией Донецкой, бывшей Донецкой области. Потому что Донецкая область – это замкнутый организм именно как раз в финансовом и экономическом поле. То есть предприятия, которые находятся здесь, находятся под территорией, временно контролируемой Украиной, это циклы, включая Мариупольский порт. Если эта территория была бы полностью наша, то это был бы, наверное, процесс более быстрый. Но на сегодняшний день вопрос, в момент у нас из всех предприятий крупных не работает только один завод. Это Харсыйский трубный. Все остальные предприятия в той или иной степени работают. Западные СМИ пишут, что ваша республика не демократия. Здесь какие тайные тюрьмы, здесь питка. Что, как вы об этом? Что вы? А демократия в Европе есть? Ну, там есть тоже недостатки большие. Ну, знаете, вот как можно обвинять то, что у нас, вот смотрите, за 4-5 год пошел. За 5 лет мы ни один митинг не разогнали с применением резиновых пулей или водометов. Давайте сейчас включим телевизор. У вас постоянно это происходит. В любой стране Европы. То там, то тут. Вы знаете, мы находимся в состоянии войны. У нас обстрелы, у нас взрывают внутри, у нас взрывают на границе. У вас же там взрывается все. Постоянно. Вы предъявляете обвинения людям, которые на самом деле задерживают их, которые потом выпускаете, обвинения не обоснованы. У нас такого тоже нет. Вы знаете, мы находимся в стране войны, еще раз повторю. У нас введено военное положение. Любое государство, в котором введено военное положение, естественно, ограничивает какие-то свободы демократические там, общества. Скажите, сколько человек сидят сейчас примерно? Я вам скажу. Полностью во всех учреждениях исполнения наказания на сегодняшний момент находится порядка 9 тысяч человек. Для понимания вам, 2013 год, начало 2014-го, на этих же самых тюрьмах сидело больше 18 тысяч. То есть в два раза меньше сидит у нас людей, которые сидели при Украине. Для сравнения, у нас преступления с применением огнестрельного оружия за квартал 3. 3 преступления на 2,5 миллиона населения. Вы можете мне сказать в Берлине за месяц, сколько преступлений с применением оружия? В одном городе? Сотни раз, если не в тысячи. У вас за месяц больше, чем у нас за квартал. Я так подозреваю, что у нас, наверное, за один день у вас больше, чем у нас за квартал. Вот и все. Скажите, пожалуйста, несколько известных командирей были убиты последние два года.
ну, Киви, Моторола, Мамиев. Какие, ну, прямо в даже центр Донецк были такие покушения. Ну, какие выводы вы сделали? Как вы меняли вашу работу, чтобы это больше не было? Ну, знаете так, это как они погибли? Вот, допустим, крайнее то, что произошло с Забурлом, с Мамаем, да, он погиб на передовой. Кстати, это единственный офицер, который погиб, именно находясь на передней линии. Если брать, допустим, Арсена и Мишу, Гиви и Моторова, они погибли в результате теракта. Обратите внимание, Донецкая Народная Республика ни разу не проводила террористические акты на территории Украины. Мы, люди военные, и воюем с оружием в руках, привыкли смотреть противнику в лицо, а не стрелять ему в спину. Но Украина, воюя, в кавычках, против террористов, они называют террористами, проводят на нашей территории теракт. Мы такого не делаем. Теракт, если он готовится и осуществляется, его крайне сложно предотвратить. Это комплекс мероприятий, которые даже не каждая разведка, вы тоже не можете, хотя я поверю, я уверен, что, допустим, разведка Германии имеет более технически, наверное, совершенно, чем наша, более, наверное, больше возможностей, самое главное, наверное, больше финансирования, чем наша. И вы не можете предотвратить те теракты, которые происходят на территории Германии. Правильно? Они же происходят. То же самое происходит и здесь. Но здесь немножко другая вещь. Каждый из нас, кто одел форму, имеет боевые награды и в руках держит оружие, мы в 2014 году знали, на что мы шли. То есть мы свою жизнь когда-то в 2014 году понимали, что на чаше весов будет победа, либо наша жизнь. И мы этот выбор сделали сознательно. Скажите, против вас тоже были уже покушения? Были. Сколько? Ну, дайте, я еще не дошел до Фиделя Кастро. Вот когда дойду, тогда скажу, хорошо? Ну, у вас жена, дети? Жена, дети. И они... И даже на них было один раз покушение. Серьезно? У меня жена боевого офицера, настоящая девчонка с Донбасса. Я горжусь тем, что у нас такие женщины. Я горжусь тем, что наши женщины не заставляют наших мужчин совершать подвиги. Потому что только благодаря им мы становимся героями. Потому что все у нас нормально. Все ждем победы. На чего ваша республика самый большой недостаток по гуманитарным? Политическое признание мирового сообщества. Мы больше ничего не хотим. Мы не просим у вас денег. Нам не нужны МВФ и кредиты. Мы сами еще можем кому-нибудь подарить кредит безвозмездно. Небольшой. А вот политического признания нам не хватает. И будет политическое признание нашей независимости, тут в экономике будет намного проще. И действительно мы будем жить намного лучше, чем даже многие европейские государства. В ходе войны в Донецке периодически появились ближайшие минометы. Диверсанты ставили миномет на грузовик и безсистемно обстреливали жилые кварталы города. Решена ли проблема диверсантов в настоящее время? Если вы имеете в виду те минометы, которые ставили в 2014 году на грузовики, то эту проблему в 2014 году и решили. И после того, как мы ее решили, ни один просто никакой блуждающий грузовик с минометом тут не ездит. А по поводу диверсантов, я скажу откровенно, как можно решить проблему с диверсантами, если на самом деле они, это задача украинских спецслужб, любой спецслужбы, заводить сюда диверсантов. Мы их контролируем, эти процессы, по возможности арестовываем, обезвреживаем. Но это работа постоянная, к сожалению, пока идет война. Ведется ли работа по восстановлению жилого фонда ДНР? Что удалось сделать в этом направлении? Более 5000 домов восстановлено за этот промежуток. Частный сектор где-то около 7000 домов восстановлено. Но еще здесь проблема. Мы, к сожалению, восстанавливая, мы получаем... Вот, допустим, 10 домов восстановили, а за одну ночь мы потеряли 16. А мы за месяц 10 домов смогли восстановить. Что случилось с собственностью Рината Ахметова и других украинских олигархов ДНР? Они национализированы? Но у нас нет олигархов и не будет. Собственность Рената Ахметова, она не национализирована, на нее введено внешнее управление. И предприятия, которые сейчас находятся под внешним управлением, они работают. Значит, никаких выгод из этого производства Ахметов сейчас не получает? Какие прибыль? Какие угольные шахты ДНР продолжают сейчас работать? Куда поставляется уголь из республики? Опять же повторю, рынок разный. И Китай, и Турция, там в зависимости от марок и все остальное. Российская Федерация – это основной партнер экономический, это понятно. Но для понимания, у нас больше 300 угольных предприятий. Киев объявил о полной блокаде ДНР. Тем не менее, у многих жителей республики на Украине остались родственники и собственность. Какие сейчас существуют связи
граждан ДНР с Украиной. Открыто ли хоть какое-то сообщение с украинской территории? Автомобильное, пожалуйста, пересекает в одну сторону, в другую. Ну, там надо ждать 9 часов, ты слышал. Тут 9 часов. Издержки войны. Это как раз связано с тем, что мы боремся с диверсантами. Скажите, вчера я случайно на улице говорил с молодыми людьми, они сказали, кто нужно идти на работу 9 часов в Донецкой области и живут в Украине, он даже рискует какие-то тропинки ходить. Это возможно такое? Но разведка ходила за линию фронта во время Великой Отечественной войны по тропинкам. Вот так и ходят, на работу к нам ходят. У нас люди, которые проживают на территории Украины, работают у нас. И в больницах, и в школах. К нам приходят на работу, не хотят работать в Украине. Какова ситуация с рабочими местами в ДНР? Где в основном работают люди? Ну, у нас исторически сложилось так, что у нас это угольная отрасль, металлургия, машиностроение. Это исторически. А так люди работают в основном в образовательной сфере, и в медицине, и в бизнесе. Что происходит с больницами и медицинскими учреждениями? Работают ли они? Ощущается ли нехватка медикаментов? Всякое бывает. И скажу откровенно, по поводу медикаментов очень большую помощь оказывает не только Российская Федерация, но многие, кстати, из депутатов европейских, в частности немцы. Они приезжали, точечно привозили медикаменты в больницы. В больнице работают все, кроме тех, кто находится либо на линии соприкосновения, либо полностью разрушены. Сейчас заканчивается учебный год. Куда после учебы пойдут выпускники школ ДНР? Есть ли у них возможность поступить не только в вуз ДНР, но и в российские или украинские высшие учебные заведения? В любой вуз, в любой точке земного шара наши выпускники имеют право поступать, и возможность тоже такая есть. Кроме, единственное, что не знаю, как получается, в вузы Украины можно поступать, потому что документы наши признают, в принципе, образование признается все мировое сообщество. На территории Донецкой Народной Республики сохранены все высшие учебные заведения. Кроме того, мы смогли открыть несколько новых. Это сельхозакадемия, это академия МГБ, академия МЧС, академия налоговой службы, это педагогический институт. Мы открыли дополнительно еще 5 высших учебных заведений. 5 за время войны. И собираемся еще это продолжать открывать. То есть не только наши дипломы, допустим, вот у мединститута котируются до сих пор и сейчас котируются во всех странах земного шара. Во всех. Состоят во всех международных реестрах. Они везде проходят по учету. То есть везде, что необходимо признание нашего диплома образования, наш медицинский институт вполне достойно и признают везде, все документы признают все. Качество обучения не упало. Преподавательский состав в основном оси остался. Сейчас вот готовится вообще система реорганизации образования. Мы уходим от баллонской системы, мы не хотим жить по-баллонски. Мы хотим жить так, как учили нас, как учили меня, как учили моих родителей. Самая лучшая система образования была еще при советской власти в мире. Страна была самая читающая. Решен ли вопрос с признанием дипломов, визов ДНР в России? Решен. Да? Давно еще. В конце 16-го года процесс этот закончился. В 17-м последние шероховатости убрали, и дипломы наши признают. Так же, как и паспорта, свидетельства о браке, свидетельства о рождении, все документы, права, водительское удостоверение признаются полностью. Долгое время между ЛНР и ДНР существовали таможенные и пограничные посты. Чем вызвана необходимость их создания и нужны ли они сейчас? Разные бюджеты. Это два разных государства. В Донецкой Народной Республике один бюджет, одни задачи. В Луганской Народной Республике второй бюджет. Мы братья. Мы вместе воюем. Наши подразделения всегда придут на помощь Луганской Народной Республике. Уверен, что это ее подразделения всегда придут к нам на помощь. У нас общая политика. У нас одни и те же проблемы, но бюджеты у нас разные. Допускаете ли вы объединение ДНР, ЛНР в качестве конфедерации? Вы знаете, я прекрасно понимаю, что это интересует много жителей не только, наверное, Российской Федерации, России, а и мира в целом. Но для того, чтобы такие вопросы вам сейчас отвечать, нужно понимать, я готов задать вам несколько других вопросов. Насколько будет как быстро будет политическое признание Российской Федерации, допустим, нас? Или какая быстрота признания мирового сообщества наше государство? Как быстро мы войдем в систему международных финансовых отношений?
Вы знаете, ну, я прекрасно понимаю, что эти вопросы интересуются. Ну, ответы на эти вопросы, исходя из той ситуации, которая будет возникать в будущем. Это первое. Во-вторых, на самом деле, мы и так вместе. Вот, если нужно подписать какие-то определенные бумаги в виде народных советов или глав государства, но я хочу напомнить, что у нас на самом деле еще был когда-то и парламент Новороссии в целом. И этот институт, он на самом деле тоже присутствует. Поэтому мы сейчас не говорим о той территории, на которой мы сейчас находимся. Наша задача, я уверен, что и Луганская Народная Республика, и Донецкая Народная Республика, это та территория, которую мы считаем своими. И к этой задаче мы будем идти. Как только эту задачу мы выполним, мы будем думать дальше, как мы будем жить самостоятельно, или вместе, или конфедерация, или объединение, либо присоединение. На каких условиях это будет происходить, ну, будущее покажет. В феврале 2015 года вы получили ранение во время боя за Дебальцево. Ощущаются ли его последствия сейчас? Конечно. Я чудом сохранил себе ногу. Благодаря, огромное спасибо нашим врачам, нашим хирургам. Не буду называть их поименно, помню всех. Эти люди спасли для меня ногу. Ну вот. И на этом спасибо. Вы сейчас чувствуете себя полностью? Ну, я хотел напомнить, что на самом деле мне в этой войне 4 ранения. Я 4 был ранен в боях за Донецкую Народную Республику. Поэтому дискомфорт, конечно, ощущаю везде. И в ноге, и в руке. Поэтому скажите, пожалуйста, ранение бесследно не проходит ни у кого. Понятно. Спорт занимаетесь? Или невозможно? Вы знаете, вот несколько часов на передовой лучше любого спортзала. Поверьте, та нагрузка, которая ты... Просто нахождение там уже по себе тяжелый труд. А вы регулярно посещаете передовую? Ну, по крайней мере, стараюсь. Для меня это очень важно, знать, что творится на фронте, понимать, к чему живут мои бойцы. Чувствовать ситуацию, которая не по докладам, а своими глазами изнутри, понимать вот на уровне, да, там невербалики какой-то. Поэтому это очень важно.